Добрый день, друзья! Это видео для любимых, для родственников, для семьи, для детей, ну и для себя. Как вспомнить, как мы преодолевали последствия затопления вот после с 11 на 12 августа 2023 года. Это 12, 13, 14, там 15 число уже вода стала уходить. Значит, друзья, ну, чтобы это было видео и интересное, и полезное, значит, смотрите. Ну, вот время 23:10. 23 часа 10 минут. Сегодня уже, ну, еще 21 августа. Смотрите, мы наметили после потопа, да, беда в Уссурийском городском округе, да, беда, потоп. Ну, у нас воды было по подоконник, по подоконник. Ну, кому интересно, как было, как стало... YouTube-канал Владимир Стороженко, более 2000 видео про труд, там и шишкуем, и березовый сок собираем, и я там кочегарю, и снег чищу, и лед колю, и большими территориями траву кашу, но я там рекламирую возможности, потому что все мы желаем, чтобы в семье были здоровые, красивые и богатые, да, ну, коротко скажу, как есть, да, без заумных слов. Поэтому я там качаю всем, чем я занимаюсь, я качаю про возможности компаний из индустрии сетевого маркетинга, да, они позволяют брать продукцию по более выгодным ценам, более хорошего качества, чем в магазинах нам продают, да, есть там масс-маркет, middle-market, люкс, да, ну, кто люксом пользуется, то, конечно, здорово, да, ну, а кто пользуется масс-маркетом и middle-маркетом, то в сетевых компаниях однозначно продукция качественнее, эффективнее. Короче, мы отчитываемся перед родственниками, перед детьми, дети взрослые уже по 32 года, по 33 года, да, что своя семья, там и все востребовано государством, все здорово, что мы, нам по 55 лет, мне вот 56 будет 12 сентября, с Ириной Борисовной четко преодолеваем трудности, да, и даже из беды, да, беда, действительно, люди потеряли миллионы, мы так еще по мелочи, да, там, имущество, да, а люди потеряли миллионы, бизнесы, там, квартиры в ипотеках, там, евроремонты, да, вот, особенно трудно мамочкам, кто без мужей, там, да, или кто, там, детей в школу собрал, или, там, кто рожать собрался, там, или кто затарился чем-то, или только ремонт сделал, да, у нас, в принципе, ремонт такой старенький был, да, и вот мы сегодня сорвали обои, значит, убрали, вот здесь такая была стенка слава 1989 года, вот отчитываемся, сорвали обои, там у нас ГВЛ, выровненные стены, да, помыли полы, тут было просто конкретный там под потолок такая вдоль всей стены из старой совдеповской вот постройки, стенка слава, кто знает, да, все, она уехала, благодарим военнослужащих ребят, вот троих, 305-я артиллерийская бригада. 305-я артиллерийская бригада. Классные ребята вообще вынесли стенку, вот эту грабину, вот эту вот. Ну, а сначала мы вот вытащили весь вот там хрусталь, там, ну, и как у всех полагается, да. Все вот так вот, чтобы продувалось, там сделали. Обои тоже оборвали. Ну, дети знают, да, где чего и как. А это мы с Ириной Борисовной фасовали, не убежали 12-13 числа. Ну, 12-го Ирина с Ириной Борисовной по колено было воды, да, все это фасовали, да, все это фасовали вот так, да, вот так, да, все фасовали, ну, мелочевку, да, а мебель, конечно, все, компьютерный стол, там, тумбочка под телевизор, там, стенка, там, все, комоды, там, телевизор, там, грабина такой большой, все, конечно, это все кирдык. Вот такое решение подпереть водяное отопление, да, чтобы не нарушить флянсы, да, там отвернул, короче, это ГВЛ, чтобы продувалось снизу, там была полоска накручена 15 сантиметров, вот так, дети, отчитываемся, вот так мы с Иришкой сегодня потрудились, ну, я-то как бы на покосе сейчас, да, между покосами у меня перерыв, а Иришка отработала бухгалтером с 8 до 17, и вот 6 часов пришла, 23:10, да, 6 часов полноценных отработала, тут все перетерла, перемыла, да, завтра буду срывать фанеру, значит, отчитываемся, сорвали обои, выкинули стенку, да, спасибо ребятам из 305-й артиллерийской бригады, да, все, оторвали обои, все, уже дышит, завтра снимем, значит, фанеру. Вот, здесь получается, там еще будет интересное видео в конце, я вам расскажу,
какой опыт мы получили, какие советы нам умные люди дали. Здесь это уже все оборвали, да, все промели метлой, там стены, все уже сушится как бы нормально. Это завтра сорвут ванну. Вот здесь аграбина стояла, такой под самый потолок, короче, шифонер, да. Вот, тоже он уехал, короче, ребята военнослужащие помогли просто волшебно все это убрать, да, вот так все сорвали тут вообще до самого бетона. Вот здесь тоже шифонер стоял под самый потолок. Иришка, надо дверью подпереть вот это вот, вот это все. А это мы вот эвакуировались 12-го и 12-го и 13-го. Вот я уже здесь по пояс, было воды в рыбацком костюме, все фасовал, 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 фасовал. Ну вот получается, по подоконник была вода, по подоконник была вода, да. Ну вот это спасли, да. Здесь тоже что-то намокло, что-то подняли, короче, это бочки с водой. Вот, все это тут триммеры мои, я профессионально покосом занимаюсь. Вот мой участок, Министерство обороны, летний тренировочный полевой лагерь Суворовского училища, 2001 год косил, 2002 по 1500 соток за 150 суток. Ну там с мая по октябрь, да, ну это получается вот 55 рабочих суток, ну вот из 150 55, ну вот покоса, да. В этом году уже вот 22 суток отработал, 449 соток травы скосил там. Вот, вот такое решение, здесь мы все подняли, там тоже стол, книжка, продувается, вот, продувается, там проветривается, хоть как-то проветривается, да. Вот, сейчас будем сушить, сейчас еще помыть надо будет и все. Вот здесь как бы шифонер, да, отчитались. И вот сейчас прям вот обои сейчас вывезу и все, уже домой пойдем, 23:15 уже. И здесь вот коридор волшебным образом тоже ребята военные нам помогли. Вот все вообще начисто. И мы уже, получается, из беды, получается, из последствий наводнения уже даже получаем удовольствие, как будто это наш ремонт, да, как будто мы получили там какой-то дом или что, и заново все делаем, новый этап жизни. Поэтому и настроение такое бодрое. Ну и делимся позитивом, что, друзья, не опускайте руки. А мы вообще вчера и позавчера за 6 часов и вчера за 8 часов отмыли Софьи Матвеевны еще усадьбу, дом. Ну, там квадратных метров мало, отдельно стоящий дом с участком, там все во дворе, там все, и дрова собрали, там и все, и туалет упал, подняли. Нам помогали вчера вот волонтеры с отдела молодежи, физкультуры и спорта. Вообще классно, ребята, там на моем YouTube-канале Владимир Стороженко, мы вот благодарим. Сегодня благодарственное видео записали вот ребятам, военнослужащим из 305-й артиллерийской бригады. Вот, реально власть помогает, реально приезжала и санэпидстанция, все там посыпали хлоркой, выдали нам все таблетки для доброты, да, вот, вот такие дела. Короче, вот здесь, вот Валера взять советует, да, бытовку сделать, полки набить, вот все сорвали, всю клеенку, вот так все промели, да, все потолок, метлой там, все, завтра кершер получили, Валерий, все нормально. Разобрались, как им работать. Вот, даже вот здесь-то, конечно, можно кершером, надо только резетки будет закрыть, а там штукатурку он отобьет конкретно. Вот, вот, вот такие дела. Ну и мы стенку вытянули, антресоли сохранили, может быть, из антресолей на последней, вот на крайней, под крышу полки, может быть, поставим антресоли. Может быть, может быть. Но хотя вчера мы, ну, во дворе там прибрался, все, дрова накрыл, дождик у нас линолеумом накрыл, все классно. Значит, отчитываюсь, да, теперь полезная информация, да, для не родственников, а для всех. Друзья, надо, кто попал под потоп, надо выбрасывать книги. Я энциклопедию успел спасти с Иришкой, а вот сегодня нашли, 8 суток прошло, да, после потопа. Смотрите, Александр Сергеевич Пушкин. Смотрите, какая плесень просто. Это просто ужас. Гуси-лебеди, да. Смотрите, какая плесень. Это, конечно, однозначно надо все выбрасывать. Смотрите, уже чернота. Какой тут читать? Конечно, это все в мешок, понимаете. Но у нас только мешок вот литературы пропало, да. Вот. Александр Сергеевич Пушкин. Жалко, да. Ну, куда? Заразу просто вообще. Конституция. Ну, Конституция тут еще пока не плесневает. Я ее там успел вытащить, да. Молитва слов, да. Тоже пока еще не плеснет. Ну, там что-то выпишу, законспектирую, да. Письма старца.
Паисей, Святогорец, тоже еще пока не плеснет. Почему-то вот божественная литература, вот волшебство такое не плеснет. Да, это вот книжки, я учился в службе безопасности, работал «Шанс на спасение». Тут прикольные советы, да, экзаменационные билеты, да, с комментариями, классно. Вот, а вообще, что приятно, смотрите, друзья, 27 лет сетевого маркетинга, это я в 2005 году был на пятилетии компании в Москве. Получается, вот я в сереньком костюме, да, вот видите, луч фонаря, да, это мне вручают позолоченную шкатулку, там, из пластика, парфюмерия Ламбре, коллекция французских ароматов от французской фабрики Техника Флор, история фабрики с 1774 года, это вот Наталья Бондарь, город Нальчик, это, получается, Елена с Благовещенска, это вот ребята ведущие. Вот, еще я вот с Москвы прилетел, смотрите, какой красавчик в костюме, да, с тростью, зонтом мне подарили, и чемодан из буйлевой кожи, это вот наша старая площадь в Уссурийске, да, где шестой гастроном, где военкомат, да, это вот меня награждали в 2008 году, еще один шаг к единой команде, сертификат данный, на удостоверяет, что прошел тренинг по образованию команды, веревочный курс, это вот лучший какой ты можешь быть в команде, да, это вот я нашел диплом за участие в номинации лидера вовлечения 2007 года Стороженко Владимир, глава российского представительства Ламбре Групп Интернешнл Спиченко Константин Павлович, да, это вот 2007 год, приятно, да, это вот мои наставники, ну, Татьяна Бурдо, это и Нина Новикова, Николай Новиков, это вот девушка с Благовещенска, это мы, это Текила, это 2003 год, Москва, то был 2008, 2007, там 2010, а это 2003 год, это мы там банкеты еще у нас были богатые, и Украина, и Белоруссия, и Россия дистрибьюторы, вот ребята Николай и Нина Новиковы сейчас живут на Южном Кипре, город Пафос, да. Вот, поэтому, друзья, я могу вам реально быть полезным, да? Колоссальный опыт в сетевом маркетинге, да, связи по всей России и за границей, это красота lambre.ru, это БАДы для компетентного иммунитета, вот сейчас отдельно скажу, вот смотрите, когда вот с такой плесенью имеешь дело, да, когда с такой плесенью, пусть эти книжечки просохнут, божественные книжечки почему-то не заплеснели, представляете? Это. А вот получается гуси-лебеди. Вот смотрите, какая плесень, да? Какая плесень. Черная просто, да? Александр Сергеевич Пушкин. Вот. Поэтому, конечно, вот после того, как вот у тещи мы поработали, там вообще гнильники, там такие СССР, вот это плюшничество, да? Мы употребляем фуросилином прополоскать носоглотку, надо прямо отсморкаться, отхаркаться. И потом трансферфактор, да, компания For Life Research. Загуглите, трансферфактор в спорте, трансферфактор в педиатрии, трансферфактор при инсультах, при инфарктах, вот, ветеринарии, стоматологии. Трансферфактор из молозивых коров, из яичных желтков. Компания For Life Research. Это вот я вот так занимаюсь, это вот я маркетолог, профессионал, 27 лет, 7 лет в компании For Life Research. Вот, я так на раз читаю маркетинг-планы и карта пути, вот так я так сделал, да, 24 листа книги, компенсационный план компании Full Life Research, 4life.dv.ru, вот пишется вот так, да, 4life.com, 4life, маленькие буковки, dv, Дальний Восток, .ru, да, подзаботься о иммунной системе, в иммунной системе позаботиться о себе. Я не знаю, бизнес большой как бы не получается, но оно нас спасло от онкологии. Вот от онкологии, да, но мы пили вот таких 5 банок в месяц, и еще трайфактор, трансферфактор плюс 3, 8 банок одновременно за месяц там, вот, вот это, но это не только заболячка, это фитнес, спорт, вот так, представляете, это путешествие, это Филиппины, надо было лететь, остров Себу, 2020 год, с 5 по 10 октября. Друзья, ну вот полезно, да, и касса взаимопомощи BeFree, вот я сейчас уже 5 месяцев качаю, $450 получил, но $450 можно получить было за один день, за два дня, за неделю, просто люди не верят, ну, долго соображают, да, вот, Ирина Борисовна, все, ты отмыла, короче, смотри, бухгалтером отработала 8-часовой рабочий день с 8 до 5, и вот с 17 до 11:30, ну, на дорогу там потратила, реально 6 часов еще отработала на доме. А вчера отмыла
два дня, суббота, воскресенье, Софью Матвеевну, маму, да, дом просто за двое суток. Но там мы все выбрасывали. Здесь, получается, из-за того, что мы спасали это все дело, и я тут находился, и были окна открыты, все проветривалось, не сильно задохнулось. Ну вот все срывать, линолеум, фанеру срывать однозначно. Вот, обои сорвали, ну, все обваливается, штукатурка, вот как было, вот, получается, по подоконнику, вот штукатурка обваливается, да. Ну, все восстановим, ну, это для нас как ремонт, это для нас как ремонт, получается, поэтому мы уже начинаем от этого получать удовольствие, хотя это, конечно, трудно, это трудно, тем более, вот, два дома надо восстанавливать сейчас. Все, что еще не сказал, поблагодарил, значит, ребят военных, 305-я артиллерийская бригада сегодня нам помогла. Реально, да? Иришка, благодаришь, ребят? Все, молодец. Все, поехали. Зачет. Ну, кому чем пригожусь, там наговорил я. Смотрите YouTube-канал, там много всякого ремесла. У меня за 2000 видео YouTube-канал Стороженко Владимир. Плюс 7-924-123-24-44 с WhatsApp, с Telegram. Плюс 7-914-974-45-45 голосом. А для иммунитета это реально здоровье, понимаете? Это чтобы все были здоровые в семье. Трансфер-фактор в спорте, трансфер-фактор в педиатрии, трансфер-фактор при инсультах, при инфарктах. Ключевое слово – трансфер-фактор. И потом пишите там, при отеках квинки, там, при операциях, при донорской пересадке органов. Она и супрессорной функцией понижает иммунитет. Если надо, повышает. Это иммунокорректор. Ну все, друзья. Помогай Бог. Я обещал, что видео будет и полезным, и интересным, да. Вот, задавайте вопросы, плюс 7-924-123-24-44. Вокруг нас очень умные, профессиональные люди, мы тоже с ними советуемся, и просто их советы помогают нам правильно расставлять приоритеты, экономить деньги и делать действия с коэффициентом полезного действия. Поэтому, ну, не стыдно попросить совет, если в чем-то не секешь. Вот вчера кёршер купили новый, а он, оказывается, должен всосать воду. Всосать воду должен. Вот, надо в него залить воды, оказывается. Мы уже и так. А вода не течет, да, новый кёршер. Поэтому хорошо обратились, и умные люди посоветовали. Ну, это я так, навскидку, да. Поэтому совет принимаем. Плюс 7-924-123-24-44 с WhatsApp, с Telegram. Ну, а если кому надо здоровье, мы познакомим вас с наставниками, там, академики, профессора, кандидаты медицинских наук, все вам объяснят. Хотя вот мы же в холодильник открываем, да, и захотели молочки поели, захотели овощей, захотели мяса, там, рыбы, да. Нас же никто не учит, мы же не звоним диетологу. Поэтому здесь тоже все разобраться, книжки есть. Ну, вы поймете, тут составляющая какая, проясните механизм действия большими дозировками или маленькими дозировками долго. Все решаемо, только не стесняйтесь задавать вопросы. Плюс 7-924-123-24-44 с WhatsApp, с Telegram, с Роженко Владимир. А я в вашем регионе порекомендую наших коллег. У нас нет конкуренции, все вот очень высокодуховные, высокоэтичные, добрые люди. Вообще доброта, она в хорошем смысле слова заразное. Вот вчера нам с отдела молодежи помогли ребята, и я говорю, и я помогу. Нам военные помогают, я говорю, и я помогу скосить летний лагерь Суворовского училища, понимаете? Это классно, когда ты вот чувствуешь, действительно, сам не вывозишь вот эту тяжелую мебель вытаскивать вон там, да? И тебе помогли, да? Представляете? И тоже хочется делать добро. Хочется не деньги главное, понимаете? Оказывается, в жизни вот такая... Вот эта проверка, беда, она действительно сплотила людей. Ну все, помогай Бог. Здоровая нация, сильная страна.